В этом году привить от гриппа планируют не меньше 40% населения района. Кампания по вакцинации уже идет. Минувшей зимой в городе слишком многие заболели гриппом и ОРВИ, более 400 тысяч человек. Эпидемический порог был превышен за 6 недель. Хоть в Кировском районе, по оценке специалистов, ситуация и была умеренная, решили перестраховаться. Увеличили количество бесплатных вакцин на 10%. Детская иммунизация началась раньше обычного, уже 18 августа. Только в 25-й поликлинике планируют сделать прививку 3000 детей. На данный этап мы привили уже около 900 детишек. Большая часть у нас привиты – это детки организованные, те, которые посещают садики и школы. У нас сюда выдвигаются бригады вакцинаторов. В планах специалистов закончить вакцинировать детей, начиная с 6-месячного возраста, до 20 октября. Беременных женщин, пенсионеров, студентов и медиков – к началу ноября. Остальных же, которые не находятся в группе риска, прививать от гриппа и ОРВИ будут до самого конца осени.